Слово предоставляется для вступительного слова заслуженный деятель искусств России Семену Аркадьевичу Баркану. Я все понимаю, сейчас мои студенты, все хотят платить, я понимаю. Так, уважаемые господа, чайничка, это другого мы не приятно. Дай сидеть. Значит, уважаемые члены команды, значит, вот сегодняшний день является прекрасным опровержением такой банальной истины. Есть такая, значит, фраза, что всякая инициатива наказуема. Сиди и высовывайся. Часто бывает так. Ну вот я рад, что сегодня это опроверглось. Значит, не садитесь на скромность. Ну просто я имею право дивиденды иметь. Значит, это я давно уговариваю папу Григория Абрамовича. Знаю, что Леня приезжал сюда, он был. Я вот давно уговариваю, что грех, что он приезжает в Кремль, и мы его не слышим. И я папу дожал, а папа дожал его. Я курирую такую театральную цифру на общине. Но я позволю себе сказать то, что я имею право начать удивить, это человек очень давно. Актером, в театре, где работала моя сестра. Потом он работал актером в театре Маяковского, с которым я где-то связан, Вечуров, директор театра, с которым и так далее. А потом я видел его спектакли, ему с ним, естественно, знакомы. По-моему, это я писал такой пригласительный текст, вы тут не видите, тут скандал, сколько вложить. Молодцы, тут активы там поддержал и организовали это все. И я написал такой текст. Это мое мнение. Вот то, что вы читали в общине, это мое мнение об этом человеке. Оно может быть спорно. Как спорно все, что касается этого человека. Значит, я убежден, что это интереснейшая фигура. Человек поставил такими актерами, как Райкин, Катя и Васильева, спектакль американского автора «Потише», «Флайбер». Потом есть его спектакль «Вишневый сад», который ошеломил Москву. С своей точки зрения, Рай, вы не видели себя? Видели, да? То есть «Вишневый сад», когда-то мы действительно знаем, что такое Раневский, про каждый персонаж, написано об этом сотни книг про «Вишневый сад». И в Москву приводится всего мира спектакль «Вишневый сад», крупнейший режиссер мира. Ну, Трушкин ставит «Вишневый сад». С таким актером, как Евстигнеев, Владимир Самойлов, Екатерина Васильевна, да, с этим набором. И это прокидывает все традиции в понимании Чехова. И также он ставит спектакль, мы здесь видели, Ширвин там, тоже, значит, чествование. И также я смотрю, как Сирано де Бержерак, который я видел в других театрах, с Райкиным в главной роли. И сейчас мы с Райкиным, когда едем в Москву, сидите дома актера, мы видели премьеру, первый спектакль. Я позвонил дружке, но он говорит, он говорит, некуда, я буду стоять. Ну как я, стоять. Конечно, я был счастлив, что был стул в первом ряду. И Гурченко, и весь набор актеров, первый раз. За какие цены, за какие деньги покупали входы билетные. Мы так Гурченко. В чем интерес? Да, в Москве много хороших актеров. Я не знаю спектакли. Да, да, ну, конечно, знаем, какое там. Это режиссер. Почему это безогрывается? Каждый его спектакль вызывает бурю противоречивых мнений. Бурю. Нет режиссера, которому каждый спектакль вызывал такое количество рецензий в газетах. От восторженных до очень редко критических. Это безумно интересно. Это такой театр. Это режиссер, который внес свое видение этого материала и свое видение театрального дела. Скандальная статья в «Культуре», известная скандальная статья. Как вы понимаете, структура театрального тела в наше время в Москве и все остальное. Я надеюсь, что вы не зря пришли, я в этом уверен. Хочется встречи с таким человеком, это всегда радость. А, наверное, зависит от нашей сейчас активности, просто, может быть, Леонид Григорьевич ждет каких-то наших провокационных вопросов. Так что подумайте, что вам интересно. А где он? Он здесь или не здесь? Роман, где он? Он здесь, здесь. Донечка, лапочка, придет. Борзя, Леонид Трушкин.